понял. А мне типа платят, тебе айсблок упал. А мне, кстати, айсблок нужен. А мне он упал. Армор упал мне. Да? Банку хоть возьму. Да бери все. Че, перекресток? Видишь, выследил пацанов просто по запаху. Причем тоже два мага, заметь. Так, сейчас только маги играю. Блин, я жду, когда их фиксанут и поменять класс. Ты уже устал от мага. Ты на варе пробовал с двумя топорами? Не, кстати. Ну вот фиксанут, я попробую много чего. Ну посмотрим, опять им будет искать. Я думаю, топоры тоже пофиксят. Короче, когда скроллишь, быстрее заскроллить второй топор, чем просто ждать, когда он откадешься, чтобы второй кинуть. Понял. Плюс макро ставишь на свою мышку и бахаешь просто одной кнопкой по двумя топорами. А-а-а, прям так можно? А так, кстати, берешь топор, стреляешь одним колесиком, поменял, сразу вторым и просто колесиком. Зачем что-то менять? Можно колесиком, но колесиком сложнее. С чем? Почему? Вижу 15. Вижу. Добиваешь? Двоих убил. Одного добил, а второго, которого добивать шли. А троих убил. Спелы не пили, там... Да, все. Не проблема. Можем еще поставить крафтить даже спелы. Бля, я чуть-чуть провафлил, знаешь почему? Потому что ты вафлер. Нет, потому что я пушку не поставил, а уже не успеваю нормально. Мне эта броня не нужна. Понял. Быстрые руки. Два дос. Еще тип ДНВ. Двое, уже один в упоре. В упоре убил. Убил, да. Я хиляюсь в айсблоке. Все, у меня 900 хп, я в атаку пошел. Да, нормально. Иди. Да. Точно? Да. Инфа сотка. А ты летишь нормально. Думал убивать. Смотри. Блять. Знаешь что? Я негодяй. Всегда таким был. Я, по-моему, кого-то армор спилил. Да ладно. Что, нужен, что ли? Да. А, твое. О, огненная пушка. Я заберу банку. Да. Типа не проблема. Мне она вообще нахуй не нужна. Зона! Ты чё орёшь? Зона. Типа больно, типа ебёт. Если тебя на зону забрали, ты там бы так не орал. Понял. Я бы за мылом не нагинался. Тебя бы все равно нагнули. А, ты проверял, да? Нет, я просто знаю. Понял. Видосики в ютубе смотрел. Как ты тебя нагибали? Понял. А вот слева крафтят. Ой, в смысле крафтят, там же зона сейчас накроет. Го ебать. Блять, за зоной, правда, ебать. Не, за зоной не надо. Давай просто уйди. Закрой, вон и бегут под середине. Вижу. Убил. Блять, сори. Да его зона съела! А он один был? Не, его серьезно зона съела. Не, еще там есть. Тебе... Слышишь? Тебе его зарегали. Не, серьезно. По килчату каменное копье, шеф. У меня. Убил. Понял. 2300.
Здесь, справа. НВ. Дядь, не убей меня, пляс. Не буду. Ты меня продать можешь, типа, просто. Я помогу. Я убиваю. Я смог, но ты же убил. Убил. 900 хп залетело. Вот пидор, блядь. Не, он в голову попал. Ну да. Тебе ну да. Большая. 1300 как шатал, блядь, аж. 1300 это не в голову. 1300 это в голову. 1100 это не в голову, на его пушке. На ее броню. Я баночки только спиздил. Все. Понял. А мне не надо твои баночки. Я просто хилиться мне нужен будет. Понял. Я просто не буду хилиться, я просто буду давать инфу, да? Я маги. Все в конце. Все в конце, да? Да. Это, рейд блядь, босс. Да, рейд босса. Тут очень большой выбор, конечно, пройти. Да-да-да. Я даже не знаю. Вообще не понимаю, куда же пойти? Где же будут все 9 человек? Тут дроп есть. Тебе нужен дроп? Мне не нужен. Я уже иду файтиться. А, вижу типов на S. Бегут там по дороге снизу. А тут что, крафтер что ли? Вряд ли. Да. Это пошли. Чё? Это не крафтят тут? Нет, не крафт. Тут типа и на S поднимаются. Уже близко. Окей, иду. Справа на мне. Двое магов. Банку жру. Один лоу улетает. Я хилюсь. Я тоже. Я раздамажил. Два из блока у них минус. Ну, там уже откадешь или? Один нет. Все еще нет. Дядь, не пизди, плес. Чё, тебе копье надо? А, полет, а полет, понял, полет. Ну и где? Тут фаербол. Вот он, был. Я понял. Типа я убил, типа я спиздил, все нормально. Пушка такая там, почекай. Пушка? Да, пушка может. Хорош. Так хорошая, тебе нужна? Каменная. Понял. Нет. Эти обычные пушки были у двоих. Не, у меня-то хорошая, поэтому и говорю, может, у тебя какая? У меня... Фрост. А, ну да, нормально. Метка у тебя красивая. Ну, конечно, лучше, чем у тебя. Понял? Я упал. А ты, блядь, лох. Нет. В смысле нет? Это так не работает. Вот так вот. Правда. Блядь! А, гора плохая, я понял. Я понял, кто лох. На горе нельзя держаться, попробуй залететь, падла. Изи вообще, смотри. Давай. Держусь. Да? Я вижу. Классно ли? Классно держишься. Это, наверное, как твои нервы. О, у меня на горе. У меня на горе. Он по тебе и стреляет. Я его зафростил, давай. Где он? Бахай, за камнем. А их тут двое как бы. Дядь, понял? Я уже улетел. Я понимаю, что был, блядь, но...
стандартный фаербол, когда не спетил. Так я тоже, я влетел, попал фаерболом, типа, дал два попадания по этому убийце, и все. И закончился. Как думаешь, успел просветить, да? Нет. Она пролетела высоко. Вау. Нормально поднимаюсь. Ну, вообще не шумишь, конечно. Ну, я как бы не шумлю. Ты шумишь, ты чё? Да? У меня без... Как вертолёт. Без звука поднимался. Ты когда нападал, такой же фаербол был? Дела. Ушел, блядь. Нормально работает, я понял. Пацан. А, бля, банки, пацаны, есть банки. Понял, пацанов нет банок. Ну. Все ху... Да, похиляться. Бронь. Слабо, что ли? Бля, ну... Если только так. Че, между собой или не так байтят? Байтят, байтят. Не тупо летают. Мамкины байтеры. Блин. Шутки же про мамы запрещены. Падла. В чате читал сегодня. Да? Да. Понял. Оскорбления тоже запрещены. И потом пару раз меня пидором обозвали. Стример, в частности. Ну ладно. Да? Где? Где такое было? На одном стриме. На каком? Гарпин Бич. Понял. Не знаю такого. Это я не знаю. Ноунейм какой-то. Так, правильно. Нормально? Да. Я голову чешу, сейчас она... Маг с фаер-оружием и фаерболом легендарным. Да. Да-да, я. Верните мне Горыныча нормального. Чел без фул хп, ай-ай. Горыныч, которого я знал, только херни не делал. В смысле? Я всегда гору чесал. Вон, пацаны, красиво делают. Надо сначала найти еще одного. Двоба там, один под скалой. Так, четыре в живых. А-а-а, еще. Ну, я слева кого-то слышал от тебя. Вот она, скал на коне. Так она почти в спине. Рофл такой. Или они мне... Они меня видели? Да. Реально? Я ж вот тут так. Челик еще сзади от тебя есть. На гору можно залететь? Нет. Разве можно, по-моему? Да, там, где ты не держался. Разве это другая? Такая же. Блять. Три патрона въебал. Себе в лицо. Блять. Еще один. А, их выебали. Опа. Ну, одного нет, да? Где за банками? Че ты слышишь? Все нормально. Один, что ли? Да, 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 подо мной был. Понял.
пизда ему там. Хилься. Так у меня нечем. А. Чела одна банка осталась. Нормально, да? Пацан, не хиляйся, блядь. Куда ты полетел? Там не вылететь. Ну, там кусочек еще в зоне. Да? Ну, типа он не выйдет потом за зоной. Ты знаешь, как она жрет? Он сильный. Чё? Выйдет он сильный, эмпати развалил. То, что... Понял. А вот так выйдет. Не выйдет. Да. Не буду тебя обижать. Да я знаю, что ты там написал. Не опять все.